Морском молодежном центре «Октов» в Красногвардейском районе позволяет мне не только преподавать вокал, обучать нашу молодежь навыкам игры на гитаре, но и еще позволяет реализовывать вместе с добровольцами нашего клуба «Юность», в котором я являюсь педагогом-организатором, молодежный социальный добровольческий проект «Быть добру», который действует на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Проект нацелен на решение проблемы дефицита внимания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Целью же проекта является интеграция пожилых людей и людей с ограниченными возможностями в общество посредством проведения моими воспитанниками культурно-досуговых программ и проектов, которые мы вместе с ними разрабатываем. А потом выезжаем в детские дома, в дома престарелых. Вот одно из таких заведений, больница номер 8, которая находится на Маховой улице, нас очень любят и ждут. И там всегда и самое... крупномасштабная акция, которую мы проводим, называется «Солнышко в ладошке». Мы сначала проводим концерт для пожилых людей, а потом дарим мандарины. Это как свет такой, да, солнышко в ладошке. И вот после такой акции мы выложили фотки в интернет, и мне позвонили участники хора имени Григория Сандра и сказали, что они в этой больнице нашли своего друга, своего однокурсника по хору, которого не могли найти 20 лет, и сейчас вот ему очень хорошо помогает. Идея заключается, как я уже говорил, в том, что мы выезжаем, поем, и можно следующий слайд уже. Да, и еще можно следующий. И вот в этом году, в 2014 году, мне удалось побывать на Селигере, форум Селигера 2014, и наш проект стал участником добровольческого конкурса «Добровольцы России 2014», где мне удалось провести мастер-класс для участников смены технологии добра и выявить там свою формулу добра, которая, собственно, помогает жить и мне, и моим воспитанникам. А формула простая, она по первым буквам будет. Вот если мы напишем слово «добро», добро – это в первую очередь что? Помогайте мне. Как вы считаете, что такое добро? Дело, действие или дело? Дело. Дело какое это? Оно что делает с нами? Объединяет оно какое общее, правильно? Дело общее. Общее. Дело благородное, потому что добро нас облагораживает. Благородное. Оно не может быть нереальным. Добро всегда реально. Да? То, что мы делаем, мы всегда соизмеряем это с нашими возможностями. Добро реальное, и каждую акцию, каждое дело для благополучателей мы всегда обдумываем. Вот получилась такая формула добра. И еще у нас с ребятами есть девиз, который нас всех объединяет. Я прошу всех взяться за руки, поднять ручки вот так высоко и скажем три раза: «А на земле быть добру». А на земле быть добру. А на земле быть добру. А на земле быть добру.